Зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу Легенда 5х8. Тоже приехали, разгрузились, начинаем работать. Кто-то работает, кто-то не очень. Будет на брусе посреди вот такого большого огорода. Сейчас теплицу мы поставили, зафиксировали, все выровняли, начали обшивать стены поликом. Сейчас оденем профиля, оформим форточки и приступим к покрытию крыши. Стены, крышу обшили. Сейчас будем все прокручивать, одевать профиля. Параллельно будем делать форточные блоки, двери, форточки. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 5х8. Идем смотреть. По торцам у нас двери с форточками установлены. С другого торца распашная, двухстворчатая дверь. Имеется у нас 4 форточных блока на приводах и 4 стеновые фрамуги. Они ручные. Каркас у нас сделан из профильной трубы 40х60. Покраска полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100x100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. 8 штук по периметру разместили. Есть диагональные усилители. Поликарбонат здесь 4 мм, плотность 0,8. Все торцы защищены торцевым профилем. Такая очень объемная, высокая теплица. Чуть больше 3 метров в коньке. Высота стены порядка 2 метров. Очень объемная, прочная, надежная. О, клопы уже облюбовали поликарбонат. Вот такая отличная легенда у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.